Так, Honda 2008 года. Эксплуатировался круглый год. Вот первое цветение появилось в задней двери. Нигде больше нет на машине. И вот что правая, что левая дверь. Смотрите. Вот, не знаю. Но руками, по-моему, стирается пока что. Это я просто сейчас побрызгал ВД-шкой. Сейчас другую дверь покажу. Так, вот другая правая дверь. Все то же самое. Причем, что самое интересное, смотрите, на крыле это я керхером краску смыл, что с бампера смылось, но я его покрашу без проблем, что с крыла смылась краска, видите? То есть надо подкрашивать, пятнышком здесь будет. Еще раз говорю, 2008 год, Honda CR-V. Третье поколение.